нас 13 июля. 19 год мы пришли покушать супчик кальбитан. Были в Сеуле. Сейчас приехали в Кванджан. Вот так вот выглядит суп кальбитан. Здесь у нас сменялся, жил, жил. Вот так вот он выглядит суп. Такая у Славы вот как кальбичин называется. Он немного сладенький, из-за этого мы отказались. Тоже вообще балдежный суп такой вкусный. Сладко-острый. Добавочку мяса нам принесли. Так вот это все выглядит.